все самое нежное и светлое в канун Международного женского дня. Целый ряд праздничных мероприятий провели в регионе. Так, в Жангалинском районе прошел конкурс красоты, а в Касталовском состоялся концерт. Все подробности в следующем материале. «Краса родного края». Конкурс «Мисс Жангала-2021» в районе провели впервые. Отбор был очень серьезным. Конкурсантки от каждого сельского округа представили на суд жюри и зрителей свои выступления. Показали знания национальных традиций и истории. Ну и куда же без традиционных дефиле и демонстрации мастерства. Лучшие среди всех выбрали Наргизу Гафарову. В конкурсе приняли участие 10 девушек, в том числе и я. Показали все свои способности. Лучшие выбрали меня. Очень рада. Спасибо всем, кто за меня болел. Призерам и участникам конкурса вручили денежные призы. Стоит отметить, что в подготовке этого масштабного мероприятия приняли участие местные бизнесмены. К организации мероприятия мы привлекали предпринимателей. Огромное им спасибо. Конкурс прошел на высоком уровне. А в Касталовском районе подготовили праздничный концерт. В местном Доме культуры прекрасной половине человечества посвятили музыкальный вечер. Он был наполнен самыми нежными и мелодичными композициями. Организатором мероприятия выступил молодежный ресурсный центр. Концерт прошел отлично. На сцене выступали артисты из Уральска. Всем зрителям подняли настроение. Кроме песен звучали стихи и лилась музыка, а под занавес вечера всем зрительницам подарили цветы. Алексей Кочмасов, Ержан Тойлыбай, Шынгыз Конусбаев, Алтынбек Кабделов, телеканал Акжаик.